дела давно минувших дней. О них можно прочитать в учебнике истории, но гораздо доступнее будет понимание событий прошлого, если увидеть их своими глазами. Как это возможно? Возможно, с помощью военно-исторической реконструкции эпизодов разных исторических периодов. Уже 8 лет организует для школьников подобные уроки на открытом воздухе священник Леонид Цапок. Сначала во Фрязине и Щелковском районе, теперь в Пушкинском округе. Уроки объединены общей темой «Жертвенный подвиг солдата». Школы северо-востока Подмосковья знают об этой работе и с удовольствием направляют своих ребят. В минувшие выходные в поселке Зеленоградский на территории подворья Троицы Сергиевой Лавры прошел открытый урок, который посвящался периоду окончания Первой мировой войны и начала братоубийственной гражданской. Приехали порядка 500 школьников из разных городов, в том числе кадеты Щелковской гимназии номер 2 с преподавателем Валерием Курашенко. Урок назывался «Богучар, 1918 год. Не дай нам Бог, чтоб брат пошел на брата». Вообще большой грех убивать человека. И тем более грех убивать человека по политическим причинам своих соотечественников. Не захватчиков, которые пришли захватывать нашу землю, а самим убивать друг друга. Проведение урока обеспечили более 100 реконструкторов, представляющих военно-исторические клубы Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, Тулы, Северодвинска и других городов России. На интерактивных исторических площадках они рассказывали о гражданской войне на юге России, о том, кто за что воевал, каковы оказались результаты войны. Можно уверенно сказать, что интересно здесь не только школьникам, но и их педагогам и родителям. Где, например, еще можно детально рассмотреть тщательно реконструированную военную форму разных армий и полков. У нас шаровары у клуба казачьи. Мы их шьем, заказываем по оригинальному образцу, который мы еще занимаемся фольклором, едем по станицам, вот нашли натуральный предмет начала 20 века, и по ним уже отшиваем полностью по выкройке, по крою, по отделке, полностью натуральные элементы. Это форма немецкого полковника 45-го полка, форма штабная, форма мирного времени, но такую форму носил Вильгельм II, император Германской империи. Что вот дети видели, какой злобный, красивый враг боролся с нашими дедушками. А сколько здесь представлено разного оружия, и все можно подержать в руках, а то и пострелять холостыми патронами. Встречаются и оригинальные образцы. Вооружен трофейным карабином, карабин австро-венгерский «Манлихер», которому в этом году исполнилось 122 года. Это подлинный? Это подлинный. А я вот видел этот пулемет в «Белом солнце пустыни». Это он? Да, совершенно правильно. Кавалерия была едва ли не главной ударной силой войн прошлых столетий. Реконструкторы знакомили гостей с оружием кавалеристов. На макете показывали, как правильно садиться на лошадь и спешиваться. Кто научился, могли и на живой лошадке прокатиться. Напитавшись духом эпохи, гости стали зрителями главного действа – реконструкции одного из боевых эпизодов боев за Богучар. Этот небольшой уездный город в Воронежской губернии на 2 года превратился в один из основных очагов гражданской войны на юге России. Власть в городе в 1918 году менялась как в калейдоскопе. То большевики, то германские войска, то Донская армия, потом снова советская власть. Зрителям объясняли опасность раскола общества по политическим мотивам, опасность гражданской войны как для воюющих сторон, так и для мирного населения. Все действо сопровождалось историческим комментарием. Сегодня мы хотим показать момент, очень важный для понимания этой темы, о том, что именно свержение законной власти послужило во многом толчком гражданской войне. Погружение в историю в полном смысле слова все зрители наверняка запомнят надолго, а школьники еще и поделятся впечатлениями в своих рисунках и сочинениях. Эта война вообще не нужна была нашей армии, нашей стране, потому что русские убивали людей просто из-за фанатизма политиков. И очень мне здесь понравилось, я была здесь первый раз, здесь мы стреляли и узнали много чего нового, что, я думаю, мне пригодится в жизни. Подготовлено все очень хорошо, очень интересно, все очень придумано, организовано. Люди, правда, решили что-то сделать, показать и рассказать такой молодежи, как мы, которой нужно об этом знать. Сергей Василевский, Ирина Микеда, Щелковское телевидение.